В Доме культуры станицы Новодмитриевской прошла выездная приемная. На мероприятии присутствовали глава района, его заместители, представители служб и организаций. На прием пришли 19 человек. Жители задали вопросы о перебоях водоснабжения, ремонте дорог, благоустройстве поселения, строительстве часовни на территории кладбища, тарифах на коммунальные услуги. Благодаря выездным приемным в поселениях можно решить вопросы без выезда в районный центр и другие инстанции, получить консультации специалистов служб и районной администрации.